Дорогие девочки, а это новинка. Это у нас буйвол. Это рог буйвола. Природа не пострадала. Шикарные качества. Смотрите, какая прекрасная работа. Какая интересная моделечка. На шнурке. Смотрится просто колоссально. Вот сюда под рубашечку. Вот такую еще дорожечку надела с красной добавочкой. И вот такая прекрасная рубашка. Я ее уже снимала, просто я вам показываю. В этом году приходят и говорят, мне надо красное платье. А это год деревянного дракона. И говорят, что надо встречать красный цвет, все оттенки желтого цвета, зеленый цвет. В общем, черное не надевать, белое не надевать, коричневое не надевать. Девчонки, черное надевать можно. А вот красные надевать нельзя, потому что это огонь. Тот, кто надевает красный цвет, это стихия огня. Зачем нам это? Вот на черный цвет можно надеть, что захотите яркое. Много надеваем серебра, много надеваем золота, много простых любых украшений, какие хотите. Но красный цвет, вот зеленый, да, вот оттенки желтого, золотого, какого хотите, да. Дракон любит цветное, его типа надо ублажать. Девчонки, ублажать надо свою душу. Красный цвет редко-редко кому идет. Тот, кто желает, тот пусть одевает. Все, это сильные женщины, это сильные личности. Можно ноготочки сделать красного цвета, как хотите, но я красный цвет особо не рекомендую. И это даже не интересно. Сейчас буду вам показывать разные украшения. Спасибо.